бабын және мүмкіндігін алып қарайтын болсақ, онда бұл екі команың кездесуі тым ерте жолыққандығын айта кетуіміз керек. Есть отличная возможность у Кайрата, да и в принципе у Иртыша. Но только лишь одна команда из них пройдет в полуфинал. Дарабаев! Какой удар! Удается седьмому номеру Иртыша! 2-1! Володарцы выходят вперед! Великолепный выстрел! У Грошева, по-моему, никаких шансов не было. Он даже не оттолкнулся, он даже не пошел. По-моему, не поверил. Ну а Аслан Дарабаев, вот это пушка! И теперь могут пожалеть кайратовцы, наверное, есть.